Олимпийский опыт для начинающих спортсменов. Легенды отечественного спорта Михаил Иванов и Юрий Ярцев встретились со студентами Уралгувка. Поговорить со звездами по душам и задать каверзные вопросы пришло около сотни студентов. Софья в их числе. Девушка начинала спортивный путь в художественной гимнастике, но в итоге выбрала танцы. Потому что нас начали тянуть сильно. И мне стало больно, и мама меня забрала, потому что выбежала с ревом. Я не выдержала этого. А на танцах в любом случае не такая нагрузка. И там повеселее все-таки, не такие плавные движения. Мне интересен их подход, как они вошли в спорт, как начиналась их карьера, как она продолжается. Проект «Олимпийские легенды молодежи и детскому спорту» шагает по стране уже практически 10 лет. За это время звездной команде удалось посетить 60 регионов. Беседы проводят не только в спортивных вузах и школах, но и в кадетских корпусах. За месяц удается сделать по 2-3 поездки в самые разные уголки страны. Оба олимпийских призера впервые побывали в Челябинске. Может быть, там еще что-то? В Челябинске я первый раз, и в Челябинске я слышал только из передачи «Наша Раша», что здесь суровые уральские мужики. Вот я вот первый раз на уральской челябинской земле. И когда общаюсь с ребятами, сам что-то новое подчеркиваю, узнаю. Также им можно передать какой-то свой опыт. И если кто-то один из всех, сколько мы повстречаемся, впитает в то, что мы доносим, это будет уже победа. После диалога со студентами именитые спортсмены отправятся в областную школу по водным видам спорта, которая базируется в бассейне «Строитель». Там они встретились с воспитанниками и тренерским составом школы.